Привет всем. Ну что, в очередной раз опять еду куда-то на север, то бишь по Витебщине. Ну, как обычно, остановился на этой шикарной речушке, все-таки это Эссе, я не ошибся. Когда-то в ролике я говорил, что частенько здесь останавливаюсь. Хорошие такие перелесочки, погода шепчет. Вообще, для сентября погода шикарная. Хотя вот ехать так вот, понадеялся на солнышко, честно говоря, в тонкой курточке, на камуфляжку, но, честно говоря, немножко прохладно, особенно с утра, когда было градусов 12. Было как-то, в низинах было совсем не очень. А так, погода шикарная. Сейчас, не знаю, пока на Лепель заеду, куда-нибудь на озера, а там карту в руки буду определяться, куда поехать. Ну, поскольку бардачка на колесиках в этом мотоцикле нету, ну, соответственно, получается больше покатушка, а не рыбалка. Удочки, конечно, с собой взял половить, ну, как же без этого-то. Но уже, соответственно, полный рыбацкий набор тут уже никак не получается. Все-таки самые большие кофры все-таки меньше, чем одна обычная коляска. Ну и так вот, в принципе, впихалось. Здесь вот на 4 дня еды уже, чтобы ничего не покупать, он вбил в кофры. Смена белья. Ну, уже палатка сверху пошла. Конечно, верхний кофр можно было и выше. Так, мотоцикл пока не дурит. Фу-фу-фу. Так что пока все хорошо. Начало есть. Ну что, прибыл на отправную точку озера Нюля. Как бы так и неплохое озеро, то, что деревня на берегу. И стояночка явно пикниковая. Ну, сейчас будем брать карту, смотреть, куда податься дальше. Там, глядишь, может еще Лепельские подтянутся. Да. Тогда вместе съездим, покатаемся. А вон те два буёчка, что я 2 года назад подъезжал сюда, что год назад. По-моему, эта сетка здесь просто не снимается. Не знаю, попаду на них, не попаду. Один. О, второй. Вот сколько сюда заезжаю, они как стояли, так и стоят. Ну что? Поскольку все равно Лепельских пацанов ждать, что они там надумают. Ну, первый заход вот сделаю где-то вот по озерам этого квадрата. В принципе, на многих я и был здесь. А вот кое-что для меня загадка. Ну, вот поэтому проедусь, посмотрю, что, как, чего. Тем более, что я без лодки, может, где-то еще и найду место, где можно с берега с удочкой посидеть. Нихрена себе уклончик у дороги. На Днепре с коляской я бы, наверное, понервничал тут. Таким уклончиком. Наверное, градусов 30-35. Такой боковой. 35 нет, но градусов 30 так точно будет. Ну вот на той же Нюле нашел вот такую вот полянку, получается, как раз напротив деревни. Вон там дома на горочке.
Ну, видимо, местное пьяно-шашлыковое место. Потому что осталось только выяснить, как сюда нормально заезжать. Потому что я сюда заезжал после изучения грунтового состава и работы компаса. Ну, вот так приблизительно. Так все бы ничего, но мне это место как-то не очень интересно, потому что лодки у меня нет, а с берега посидеть с удочкой здесь не получится. Да и, скажем так, нет никаких гарантий, что сюда... Вон там он причал на том берегу, что сюда аборигены не приедут ямку заполнять, вот эту вот. Но вообще мне так нравится, я не верю, что сюда ездят кто-то за 100 километров водки выпить. Ну свои же, неужели так сложно увезти? Ладно, поедем дальше по маленьким озеркам. Мотоцикл немножко отдохнул. Может, что-то подальше от деревень, может, в лесу чего и получше найду. Пацаны, улыбайтесь, вас снимают. Надеюсь, что потянет.